Официальная программа Международного боксерского форума стартовала вечером, а утром его участники собрались возле мемориала в завокзальном районе Сочи. Сотни боксеров и представители боксерских организаций и федераций возложили венки и цветы к вечному огню. Здесь присутствуют все 5 президентов международных федераций бокса. 4 из них профессионального и олимпийского бокса. И 90 спортсменов, из них половина из них олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Мы боксеры, мы едины. Мы все друзья, мы все друг друга по всему миру поддерживаем. Этой акции, говорят организаторы, хотелось показать, что в спорте нет национальностей. Все боксеры мира – это одна большая семья. И каждый, вне зависимости от того, в какой стране живет, а в форуме участвуют представители 130 стран, знает и чтит подвиги солдат Великой Отечественной, которые боролись за мир не только в нашей стране, а во всем мире. Также в акции приняли участие и юные сочинские боксеры. Для города Сочи бокс, он один из самых приоритетных видов спорта. У нас очень большое количество детей, в первую очередь, ну и, конечно же, взрослых, занимаются боксом, как на любительском уровне, так и на профессиональном. Нам есть чем гордиться. У нас в женском боксе есть даже чемпионка мира среди юниоров. Международный боксерский форум будет проходить до 4 февраля. Добавлю, что в 2019 году Сочи также примет чемпионат России, а после и чемпионат мира по боксу.